Всем привет, дорогие зрители и подписчики наших каналов. С вами снова мы. Кто мы? Да хрен знает. Артур и Артём. Мы продолжаем проходить Dead Island Riptide. Да, в общем, да. Такие дела. Мы в воде. И тут тазики. Тазики с недостерными. В конце предыдущей серии мы вот этому товарищу принесли камеру. Он странный, на самом деле. И блин, она ему и нафиг не нужна, по сути, была. Потому что там не сохранился финальный эпизод. Как он сказал. То есть, в принципе, за зря все это делали. Ну, за деньги. За костюм. Там были, да. Точно. Так, ну, в общем, нам осталось идти по основному сюжету, говорю я. Да. Так тщательно разделывая труп при этом. Там какая-то мертвая зона, и там нужно достать припасы. Он спросил миссионер по обмену, он нам скажет, как жить дальше, в чем вообще смысл жизни. Смысл жизни, да, вообще в чем? 42. Что 42? Ты не смотрел путеводитель по галактике? Ой, автостопом по галактике? Нет. Они там построили суперкомпьютер, мега мощный, чтобы они строили там несколько миллионов лет. Ага. По-моему, я не помню. Ну, короче, очень долго, чтобы он построил им этот... Ой, чтобы он сказал им смысл жизни и всего. Угу. Построили, так включают его торжественно. Мне нужно, типа, подождать того... Подождать что-то еще пару миллионов лет. И такие, окей. И пару миллионов лет, их предки там... Ой, предки. Потомки. Потомки дальние такие приходят. 42. Что? Что? И все, что? Там истерика такая. Нормально. Я, в принципе, когда тоже начал рассказывать, уже догадался, что будет. В чем смысл жизни? 42. Окей. 100-500 миллионов лет, и ну, надо посмотреть, в общем. Заинтересовал. Идешь? Да блин, я выкинул с топором. Крутой кастет, но я не могу не взять этот топор. Мачете. Нету пока. А так бы вот, да. Посмотрим. Блин, мы кругами ходим. Мы этого толстого, здорового да, только да, что-то замочили. Были. Главное, ничего. Что по суше. Да, главное, что машину скоро найдем. Блин, опять этот жирный тут. Здравствуйте. Здравствуйте. Чё там? Над духом ножи свистят. Такие, нормально. Че там, жирный за нами не идет? Да, ну он не умеет, он же жирный. Где мой двойной боппер? Да, успокоилась. Мне тут дали бонус к метательному оружию. Поэтому теперь мне любое оружие. Метательное, окей. Независимо от того, хочешь ты этого или нет. Капец. Что там? Да этот, объедки. А, are you gonna eat that? Здравствуйте. Бензин для зажигания. Машина никуда не поедет. Вон бач. Я бегу. Как ты бежишь? Моя маленькая коробка сейчас будет. Ты сел? Да, погнали, давай, жми. Ах, мне туда. Сейчас я потерпел. Да, он такой, возьмите меня. Намотал. Это как видел это, там, как девушки клюют на Феррари, ролик в интернете. Там просто чуть не запрыгнет, он едет такой. Машину взял в аренду. Такие. Мужчина, покатайте меня. Мне жена есть. Ну и что? Толково. Так, блин, там туда точно? Я начинаю сомневаться. По-моему, нет. Мне просто дали машину, поэтому я этот. Я еду. Пожалуйста, прыгни в другую сторону. Подожди, по-моему, я еду туда. Нет, вообще не туда. Ну вот тут можно сойти. Где? В обрыв? Да блин, ты представляешь, что такое пробираться через весь этот город?
Подожди, может... где она, эта карантинная да, зона? в А, черт знает где. ну вообще капец где. Давай просто заедем в город с другой стороны. Все-таки поменьше будет проблем. Потому что через город пробираться, ну это капец. Да, в городе много зомби. Сейчас, сейчас. Дальше, дальше, дальше. Я чисто на карту сейчас смотрю. Налево? Да. Там больше и нет дорог вроде. Там просто тупик дальше. Направо, налево? Налево. Налево. И... Право? Не, прямо, прямо, по главной. По главной. И сейчас будет стопе. И сейчас, скажет, эта разметка будет... Стопе! Где-то здесь. Где-то сейчас здесь. Сейчас я припаркуюсь. Припарковался, бля. Так, хорошо. Вот, они уже встают, ребятки. Я бы, на самом деле, такой забрался бы сейчас в город на машине и добился. Блин, топор. I'm coming. Так, тут мы уже были неоднократно и неоднократно. Да. Не? Ой, это было смешно. Да блин, вот нажмешь пинать, а он не пинает. О, там с топора я втащил. Обожаю. Уворачивайся там, капец. Опять мы сюда вернулись, короче. Да нормально. Ну, по крайней мере, нас здоровые не встречают тут. Как не встречает? А, точно не встречает. И то радует. А тут смотри, суд. Это надо вот так такой. И оба промахнулись. И ты попал. Нет, мы друг другу лбами дали. Окей. Угомонили. Вот, смотри. Разгоняйся, разгоняйся. Бред. Я не могу. Твоя голова теперь моя. It's mine. Your soul is mine. Бум! А, какого хрена? Что это было? Ого, сколько вас тут? Блин, он кидается. Он больно бьется. Кидайся. Пес, он будет работать вообще, нет? Вряд ли. Окей. Да. У тебя тоже орёт? Да. Пойдем нам сюда. Плевать на того жирного. Плевать на жирного. Он там просто, понимаешь, смотрит матч, кинул. Футбольный. 100%. Его команда прыгнет. Такой. Пусть купи. Валим, валим. Они нас съедят. Здесь где-то есть, похоже, взрывной кто-то. Да, вон он идет. Уа! Пиздался. Капец вообще на твоей голове. Офигеть. Блин, кто-то страшно. Меня вообще окружили. Идем-ка мы в домик и спокойнее сразу стоим. Взрывной уже пришел. И взорвался, да? Нет, еще. В том-то и дело. О, магнит. Ладно, придется топор потратить свой, да ладно. Так, тут в домике вроде все окей. Не-не. Капец, у тебя там трупов лежит. Да факт. Да, ну, сбитый шлангом. Ну, обычный день из котовой. Да уж. Ох, подожди, иди сюда, я тебя подлечу. Там птичку тебе. Да хоть уж. Уже немало. Ну, два. Небогато, правда, я добавила. Там. Чай. Так, что тут в доме есть? Ном-ном-ном-ном. Полезно есть что-нибудь? Батарея здесь. О, стоят касатики. Здоровый и взрывной. Нормально. Что будем их кинуть? Где-то отсюда.
Ой, я сейчас зарусь вместе с ним. О, отойди, отойди. Нет. Хорошо. Все, этот молоток мне уже не нужен, я его не буду брать. Кто там еще встает? Здоровый? Я, да. Нифига, втащили. Это здоровяк, что ли? Да, я ж тебе говорю. Так обидно, знаешь. Смотри на мою оружие. А, нет, это не то. Все, я сдох. Я буду носить цветочки. 1000 баксов потеряно. А, нет. Только не 1000 баксов. У кого-то, по-моему, треснула рука. Не знаю, люди говорят, а Гамби, а мне нравится руки. Потом он так смешно уходит, бегается. Ой, ты капец, ты такой? Не, это плохо. Да-да. Господи, да? О, шел. Сдох? Как-то он, нет, его вообще пострашнее. Живой. Это все почему? О, встает такой. Да, блин. Руки обе сломаны. Нет, одна не сломана. Может еще давить. Все, слава тебе, господи. Заковырял. Так, короче. Дело к ночи. Дело к ночи. Лимонный сок, правильно? Где-то здесь еще взрыв найдем. Снизу здоровяк ходит, ну и пусть их ходит. Хреновое место такое. Да. На выход такой из спины внезапный. Спокойно. Как ты сам, что злые какие-то. Их и много так вообще. О, мне тут со спины влетело от кого-то. Так, тихо. Бошкой такой упасть. Да, и по мафии. Сейчас фонарели, что ли? Да, и только мозги брызгают по стене. Да-да-да. О, я выдохся. Уйди-то. Не до тебя сейчас. Растопчи его. Смэш. Мясо. А там наш фанат. Да, тут их. Капец. Да блин, смотри так на самом деле, надо было психоз применять. Вообще. С ярость, но я это называю психозом. Так, мы почти пошли. Ой, не могу. Кто-то еще бежит? О, там типа набежала. Да. А, я выдохся. Да ничего. Ай, убей, убей, убей. Капец, что-то у него отлетело. Куда чипку дали в стиме? Кто-то еще бежит откуда? Да блин, я чувствую, они лезть будут до утра. Пошли уже. Че-че-че. Какого хрена не сработало это? Блин, упили. Не сработало это, у меня тупое. Когда с разбегу нажимаешь. Потому что на всем оружии. Там нужно хотя бы этот... 1000 баксов! Так деньги улетают. Да вы офигели, что ли? Кому еще на... Кто еще хотел комиссарского тела? Да-да-да. Пришлось применить ярость. Я не хотел умирать. О, почти пришли. Фух, блин. Что-то у вас тут многовато было. Окей. Че? Убить всех монстров в мертвой зоне. Окей. Мы этим и занимаемся последние 5 минут. 3 часа. Спокуха, но
что-то мы еще как бы не вошли в нее. Мертвую зону в этом. Сейчас только пойдем. Нам сюда, а походу. А вон, да, подальше еще. А вот Dead Zone. Не, ну я думаю, мы основных убили. Нифига, сейчас только начнется все. Сейчас только все начнется. Посмотри на радар, видишь там отметки. Тут аптечку взял? Закуска. Вот эта аптечка. Где? Тут была. Уже нет. Нет, нифига. Зато верстак есть. О, верстак, это круто. Это просто офигенно. Закуска. Нам. Ух ты, шотландский кортик. И что подобрал? Сейчас, подожди. Так, шотландский кортик. Кстати, офигенный урон у него. О, прикольно. Так, надо его починить. Это круто. Ладно, ничего создавать не буду. О, какой. Так, остальные-то вещи тоже примонтировать надо. Когти. Блин, надо выкинуть вообще эти когти или продать. Мне. Паралич мачете, кортик и кровотечение бейсбольной бита. Вот три моих вещи, которые более-менее тащат. Остальное вообще отстой. Так, а у меня все тут. Тут у меня кровотечение бейсбольной бита, тут паралич. А кортик где? А вот кортик. Кастет, топор. Надо было починить. Да ладно, не очень. Здесь коктейль молотый. А, подожди, нужно, чтобы они не успели подняться, поэтому дверь открывай. Сейчас I have one good idea. Wait for me. Точно? Сейчас позыришь. Уже страшно. Не! Вообще, что будет? Че это? Не знаю. Ого, смотри. Это мясо? Что-то какая-то петарда новогодняя. Ну ладно. Нехило. Ни о чем. Ребята, секундочку внимания, все туда, пожалуйста. Ух ты, а что там такое? А кто это сделал? Не. Капец, надо. Короче, ладно, пойду кортик примени. Ой, это здоровяк. Клетчатые рубашки. Как-то кортик он бьет, конечно, хорошо, но практически не рубит ничего. А, я застрял. Фух, вовремя отпрыгнул. Это получше был, да? О, больно. Убили. Убили? Да, убили. Да я сейчас приду. 938 баксов. Как они могли? Говори. Так, там один, по-моему, приезжал. Ну-ка, блин. Мне нравится эта штука, я ничего не могу с собой поделать. Отойди. Давай. Давай, ну. Ну сейчас. Капец. Слышь, постарайся, может, пока он сработает там. Чё там как? Ой, этих топор. Плохо. Но зато я вытащил из него свой топор. Ну ладно. Да капец. Два раза в щи получил. Нет, немного. Нога не падает просто. Во. Твоя нога теперь моя. Ломай. Че тебе как-то вообще пофигу? Нормально. Он уже почти труп. Ну, по избиение Николаева Лыва. Местными пацанами. О, такой, и он звездочку делал, наконец.
Он сам как звездочка стал. Возьмите инструменты. Инструменты всегда со мной. Отлично. Водитель. Лежит. Так, и сразу ремонт после такой бони. Надо. Нехило так поломалось, кстати, все. Неплохо. Как течение бейсбольная бита. Секретные материалы есть, и есть чертеж. Жидкий огонь. Жидкий огонь. Жидкий стул. Чертеж, жидкий стул. Неплохо. Заманчиво. О, сколько тут всего. Топорик. Секретные материалы. Да. Окей. Жидкий чертеж. Кость жидкая. Так, ну чё, всё? Да. Пойдём тогда. Да, блин, лагает. Ой, жутко лагает. Ой, сильно. Нет. Нет. Окей. Значит, что-то есть. Боль утоляющая я нашёл. Так, хорошо. И что нам дальше по сюжету? Вернитесь к Маркусу Вильге. Возвращаемся, инструменты. Маркус Вильге. Это что-то, который священник, или что, ну, которого мы спасали. Тут недалеко идти. На самом-то деле. О, там жрачка, по-моему, лежит. Да, блин. О, изолента, болты, провод. И, о, напитка. Его. Че, тебя там отлагало? Mm-mm. В процессе. Бывает. Бывает. Ой, здрасте. Ууу, какой-то. Watch it! Ого, валим, валим. Да, блин. Одна на нее нельзя запрыгнуть просто, на эту крышу. Нельзя просто так взять. Нельзя просто так взять и запрыгнуть на эту крышу. Вот там еще один. Да, блин, меня бесит эти лаги. Жутко просто. FPS до 15 упало. С чего бы, главное? Не знаю. Играл в Dead Crisis 3. Так вот именно. Так, ну, понимаешь, периодами какими-то. Нормально, нормально, потом бах. Оп. Поэтому я предпочитаю петлять, а никого не бить. Я пользуюсь. Ой, 6 FPS вообще. Ты меня тоже подлагиваешь как-то. Дергаешься весь. Не знаю почему. Ну да ладно. Когда-нибудь Someday. Будут выпускать игры, которые будут работать нормально. Когда-нибудь кто-нибудь в параллельной вселенной. Да-да-да. Ном-н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 ом. Здравствуйте. Ой, сколько у вас тут. Блин, по-моему, надо было все-таки помедленнее идти. Да нормально. Сейчас доберемся до сейф-зоны. Я же сам уворачиваться от них начал на стуле. О, толстячок. Как толстячок? Кость широкая. Да, 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 да. Чё-то мы вообще какими-то хомырями ходим. Да лишь бы эти, то что сзади там злые. Да, да, да. Лишь бы не так. Все. Мы были в порту, и вот мы здесь. Открывай. Как это? Как вы добрались? В какой-то игре было? Резидент Evil 5. Точно. Я не могу перепрыгнуть, меня так лагает. Да, на тебя смешно смотреть, на самом деле. Жесть. Да чё ж такое-то? Было. О, смотри, бегает. Сейчас 60 FPS. Окей. Ну и какая-нибудь дыра там не оптимизированная опять. Опять сейчас просто падать начал, понимаешь? Хотя, хрен знает, ладно. Окей. Блин, найди. Сейчас я как-то в этот раз вообще много всего собираю. Для меня, конечно же. Ха. Так, мы идем куда? Мы тут. Мы уже пришли. Здесь у нас Маркус такой. Скромный самаритянин. Окей.
Немножко педиковатый какой-то. Немножко. Я там уже подумал. И чё? Долячки умений? Хорошо. Совковая лопата, господи. Так, тут, я думаю, пригодится. Истребляющая совковая лопата. Так, что-то выкинул, подожди. Нет. Офигеть. Японские бункеры. Чё, у Вадзимы, что ли? I have maps in my hut, in the jungle near a village. One of them will show you the way. Why don't you live in Halai? I live to serve the people of Halai. They prefer to live near the natives. Strength from them. They have a rich culture, and I have learned so much. So much hidden knowledge, you see. But I ramble on, you must be in a hurry to leave. Right. Ну окей. В дом Маркуса Виллы. Блин, это на 200, на 300 метров пилить опять. Как так можно вообще? Так, прежде всего, прежде я всего пошел продать. За аптечками. И нет, продать, да. Продавать весь мусор пошел. Так, теперь... здравствуй, Аманда. Так. О, хорошо, сейчас все продадим. Совковая лопата. Крутая, ну, кстати. А что это алкоголь? Он вроде как тоже как аптечка, да? Вот, алкоголь, с его помощью ты будешь собирать этот коктейль Молотова. Окей. Так, да и ладно. Тогда не буду продавать. Так, хорошо. Блин, я паралич мачете продал. Важно. Его уже обратно купил. Средняя аптечка. Продается молоток, короче, для мяса. Урон что-то какой-то вообще не алё. Угу, 5 косарей. 6. Почти 6, да. 6. Мачете, я беру мачете. Да, у меня есть мачете, я не буду покупать. Я лучше не куплю. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Или 5 куплю, конечно. Все. Верстак где-то был. Ой, я же 7 купил. Круто. Верстак мне не сильно нужен, только починиться. Но я думаю, нормально. Так, у тебя есть 500 баксов? Да, да. А тут перекидывать вообще можно деньги? Совковую лопату прокачай, кстати говоря. Да блин, я прокачал уже мачете, мне денег нет вообще. Сейчас. Игрок занят. Перестань быть занят. Ожидание согласен. Ты согласен? Полностью. Я не могу тебе дать денег. Ну ладно. Подожди. Да, похоже на то. Ладно, пойду еще, может, чуть-чуть подпродам. Я уже хочу мачете докачать. Оно крутое. Хорошо, ты готов? А, здесь же более утоляющий товарищ один принимает. Сейчас я ему дам. Где ты? Иди сюда. О, какая-то дама пришла. Дама с собачкой. Да, держи. Что? О, 787 дал. Офигеть. Может, у меня еще есть? Даме нужна записная книжка из клиники. Пойдем, сходим. One second. Вроде не далеко тут. Занимаюсь еще. А где ты говоришь, чувак с более утоляющим? А вот он стоит, да? Угу. Сейчас тут кое-что еще сделаю. Он у нас будет снабжать медициной. В клинике оставил записную книжку. Была запись. Короче, поставлять будет нам в аптечке. Нужно книжку достать. А потом соберите все нужные ингредиенты. Конечно. Конечно. Награда плюс 6 больших аптечек. Ну, окей. Brilliant. Так, сейчас еще прокачаю умение. Халай, в Халай мы были, по-моему. Тогда как бы Халай, это, по-моему, мы сейчас и там и находимся. Nope.
Ну? Матака. А, так подожди, тут каждое умение по 3 раза можно прокачивать? Да. Блин, а я уже тут почти все пооткрывал, думаю, бля. Ну ладно, тогда сейчас что-нибудь выберем. Так, где этот апперкот крутой? Надо его прокачать. Он мне вообще понравился. Я не помню, где Халай находится. О, это что такое? Дейв. А, это наркоман. Я вам так, полностью в общем, прокачал понятно. апперкот этот, фигово. Ладно. Чего у тебя там? Ты готов? Не, подожди. Я тут типа прокачиваюсь. Вот это будет нормально. Так, все, I'm ready. Сейчас мы с помощью быстрого перемещения отправимся в Халай. Ой, Халай. Или как она там? Деревня Халай. Вот. Come with me. One moment. Все, погнали. Сейчас я попробую эту лопату. Ты прокачал лопату? Ну, а у там тебя, чуть-чуть, у тебя мачете. Чуть-чуть прокачал. И, блин, мы тут же оказались. Я же говорю, это она и есть. Зачем? Зачем вообще это было делать в игре такую возможность переместиться в ту же локацию? Я не понимаю, ну ладно. Так, мы идем в лазарет какой-то, да? Да, там нужно записи принести, и она будет нас аптечками потом кормить. Это круто. Hello, how are you? What are you doing here? How are you feeling? You feel fine? Yeah. Come with me. You will help me. Пойдем, пожалуйста, прекрати. Мне страшно. 100 метров. 100-метровочку там. Да. Побежали. Ом-ном-ном-ном-ном-ном-ном-ном. Что ж вы делаете? Что-то отлетело. Это был он. Блин, мое мачете. Вот, а что это где? Блин, где мое мачете? Какого хрена? Ты его кинул, что ли? Нет, вроде. Вроде. О, пакость. Короче, сейчас будет страшное место. Да, блин, я просрал мачете. Капец. Да тут лежит где-то. Отойди оттуда. А, вот он, все, я нашел. Отойди, отойди. Ух, я нашел мачете. Не. Да ну его нафиг. Жизнь. Он опасен. Да он уже все, он его. Ты видел в тракусе. Ой, беда. Получи. Зажигалка, круто. Mm-hmm. Лаги опять у меня. Какие парни, что ли? Клюшка для гольфа, нужна? Не сегодня. Сегодня без гольфа обойдемся. Туда. Not так, хорошо. Где оно? Где оно? Вот оно, вот оно. 2 раза спросил почему-то. Самое главное, ответил 2 раза. Крут. Так, это что там? Восклицательный. Да, блин, вообще меня это бесит. Че, у тебя опять там логодром идет? Mm-hmm. Mm-hmm. Причем местами. Бежишь, бежишь, начинается, потом раз, нормально. Фиг знает, короче. О, смотри. Что такое? Зачем ты залез? Он нам наверху, видишь? Ага. А тут сзади, видишь? За ага. Тобой. Ну, сзади-то я видал, да. Итак, еще и с той стороны. Так, ну надо как-то не упасть. А, вот же лестница, ёлки. До белого пути сделали. Ему, похоже, он сейчас... Ну, у него были, нет, я не помню. Нет. Он просто нас наградить хочет. Бронзовый кастет. Окей. I can save this. I know I can. Фильм. I just got to reshoot the ending. А, это тот. How can I help? Режиссер. Бронзовый кастет ты в прошлый раз у него просто не взял. Он его тогда еще давал. Ага, то есть он хочет убить, чтобы мы убили эту фиготу. Давай. Сколько там спрашиваешь? Сколько? $5000. 5000? Это из этого фильма. 12 обезьян. Так, и что там? Надо его заманить? Да. Ты давай заманивай, а я проверю. Фидо, место. Фидо. Куда же заманивать? О, он какой-то бешеный. Больной, наверное. Болеть. Come on.
Он не пройдет отсюда. Ну и ладно. Да просто убить его, да и все. Я нет, так... нам нужно... Вон, видишь, там по маркеру, куда ему нужно. Не знаю. Так что пока не бей его. Туда дальше, в смысле? А, ну да. Что он делает? Он, по-моему, умер. Не? Пытается встать. А, вот, похоже, видишь, там крестик какой-то. Мужчина. Я хочу, чтобы вы... О, спокойно! Нокаут. Ушатал. Да. Я сейчас поблизости появлюсь. Короче, его тут нам нужно убить. Вот и все. А, вижу. Ну я же тебе говорил, да. Капитан сказал. Иди сюда, скотина. Ты меня ответишь за это? Ну что? Нравится? А, я выдохся. А, бегу. Ты посмотри, какой совсем не хочет умирать. Большой парень. Все, а нога отлетела. I cut off his legs. У него есть коса. Круто. Коса, это хорошо. Хорошо, поговори с этим Дэйвом. Он как тошнит. А мне нравится. Чек дело. Капец. А он же что-то даст. Но все равно, если не оружие, если деньги, то дадут сабу. Ну да. Нет, оружие надо даст и деньги. Че, ты косаря дал? Неплохо. Неплохо. Так, и что у нас там, где это было? Теперь обратно то задание надо выполнить. Народные методы. Найдите лазарет. 43 метра. Почти дошли. Паркур. Так, ну и чё? Я пришёл. Ой, твою, ты чё, страшный такой. Да, уйди от меня. Чё это было? Я так и не понял. Ну ладно. Ну я косы швырнул. Я же умею швырять. Блин, жалко кастеты мне швыряться, это бы очень глупо выглядело. По-моему, глупости в игре и так. Более чем. Так, в общем, нам надо сюда попасть. Ноуп. Отсюда мы не пойдем. Вот это что такое. Блин. Блин, обожаю мачете. О, бешеный. Я покажу, как дверь убивать надо. Сейчас. Что там у него? Кастет. Так, двери. Давай. Нет. Анимацию убери, конечно, просто... У тебя... Да, блин, меня плюнул толстяк. О! Заходим. Ой, нет, не заходим. Ой, там взрывной. Уйди, уйди. Да, ладно, сам отбирайся. Там спасибо. Слишком много. Где там этот? Он там сидит. Что-то он не взорвался от него. У-у-у, почти тут. Чё, блин, смотри, я да? Умер еще. Нафига я тебе аптечки покупал? Кстати, да, аптечки. Вообще за них забыл, честно говоря. Ладно, 300 баксов все. Господи, истеричка. Потешно так бегаешь. Да блин, откуда вы беретесь вообще? Кона мать. Да, блин, ты там, как у тебя дела? Так, пока справляюсь. Не очень, да? Да.
Ты умер тоже, что ли? Нет. Я здесь внизу, мне норм. Просто он доел, от них уворачивается, но все равно умудряется залезать по этому. Я вот как-то так. Понятно. Господи. Да, блин. Вот вроде убьешь всех, слышишь опять издалека там. Да, походу не респавнится просто. Ого, я ему втащил. Да, опять анимация глянула. Где здесь лестница? Не знаю, я сам пытаюсь понять. А может тут как-то с другой стороны вход есть? Нёп. Это нужно сейчас все оббегать. Да, походу да. Ну да ладно. Так, Али, не застревай, пожалуйста. Да, фиг запрыгнешь. Печально. Да нормально, тут бежать по сути. 2 километра. Да. Всего-навсего. Офигеть, по сути. Да. Взрывной, ты умер, да? Да. Не факт, кстати. Надо будет мне что-нибудь кинуть. Жратву. Ботинок. Красач. Носок. Подгузник. Пуфис. Да вроде. Вроде все. Вроде нет тут никого. Вот тут жратвы столько, офигеть. Или что это? А, это бинты. Подожди. Деньги. Моя коса. И чё, где ты ее записи? А вот они. I have everything. Шел. Хорошо. Ну. Электронный хлам. Да-да-да. А, блин, ты смотри, они опять идут. Да тут один он прикольно ходит просто. Так, вроде все готово. Mm-hmm. А, нет, вот еще. Еще большая батарея. Ну и поперли обратно. Да. По сути, чуть-чуть осталось. Не так уж и далеко. Так, и мне интересно, я смогу паркур? Нет, отойди. Не надо. А, блин, разгон. Разгон, что ты делаешь? Я пойду тем же путем. Паркур! Получилось. Отлично. Как всегда. Да, блин, я упал. Давай. Мне сюда музыку надо зимакой ставить, когда я там бегаю. Это круто. Я думал, из Бенни Хилла. Больше, по-моему, подходит с этой анимацией. О, толстый. Капец. Не, ну они прикольно сделаны, как они посмотреть такие. О, пакость просто. Да, такие. Прям сейчас дотронься, и он лопнет. Ага. До свидания, извините. Капец, там уже упорол вперед. Там весело. Блин, на самом деле, так подумайте, как они тут живут? Да, ну, вот и я же об этом. Столько вокруг этих тварей. Да нет, я вот про реально. Сырость такая. А. Блин, я перепрыгнуть не могу. Да, но... Here's what you asked for. In order to make the medical kits, I'll need a special fungi that only... Чё, и грибы собирать, а офигеть. Только в пещерах. Конечно. Сейчас будем ходить шнырять на побегушку, какой-то умалишенный. Будем. Будем? За новый уровень, то почему бы и нет? Так. Level up, это хорошо. Хорошо. Так. Ну и что у нас там по времени? Уже все. Можно закругляться, в принципе. Да, в следующей серии, я думаю. Что у нас там, кстати, по основному сюжету? Встреча с местными. Направляйтесь в дом Маркуса Виллы. А это у нас находится... достаточно далеко. Ну, короче, в следующей серии направимся туда и посмотрим, что нас там ждет. Я уже хочу побыстрее убраться с этого полуострова, потому что какие-то топит трясина постоянная. Мне охота более по твердой земле побегать. Да, покататься, может, на машинах там, да и вообще да, такие здания темные позаходить. А тут вообще... Интересно, будет такое? Может, тут будет, всю, конечно, игру в топях проведем? В трейлере, по крайней мере, было много такого. Да, ну, будем ждать, в общем. Такого, смотри. Олеандры, фрукты. Много. Они тут тоже респавнятся постоянно, кстати. Да, короче, давай прощаться. В следующей серии туда
Опа, пойдем. Или поедем. Да, пара-пам. Блин, я все фрукты съел. Паразит. Ну что ж, надеемся, да, вам понравилось. Увидимся, всего хорошего. Пока-пока-пока. Всем пока.